когда там бэнд. Привет, очень харизматичный, очень сильно старается, много тренируется. Поэтому для него очень важны результаты. Его спорт и ваша профессия. Смотрите, так как все-таки стандрайдинг это шоу в первую очередь. Год. Вот чему можно научиться за год, после того, как он ездил на скутере какое-то время. Итак, Никита. Хлоп. Подтримайте землячка. С агрессивным расходом. Круги сидя. Санке. Тактичка блайндсайд. Контролирует мотоцикл сцепление с корпусом, чем попало. Вот такой вот шанс предлагает. Ничего, он первый тут сделал это сегодня. Вообще баланс, да? Да. После чего он еще кружится. Развернулся на 180 градусов. Вот такой вот стопе. Обращается, смотрит на судей. Занимает положение свитчбэк, задом наперед. Такой доволен, просит поддержки, стабилизирует траекторию. Свич бэкстрайд. Копит зеро. Вот такой вот крючной предлагает нам Никитос. Копит зеро или просто проветривание. Вот такой вот наскор. Быстрый контроль. Стабильно выполняет этот трюк. Вот такое вот исполнение. Очень четко контролирует мотоцикл в этом положении. Чем меньше радиус, тем сложнее. Никита демонстрирует маленький радиус разворота. Будет джамп, я думаю. Воображалку и выдумал себе такой трючной, который в его силах очень доволен собой, молодец. Агрессивно работает ручка газа в дрифте. Очень эффектно выглядит. Видно, что Никита Подольский очень вдохновляется ездой Араса. Перебирает, перегребает.
Отличное приземление, тоже здорово. Хорошая атмосфера. Большой глаз сделал, да?